Место, да, мы с семьей переехали, так как началось лето, мы переехали в наш загородный дом и решили пожить немножко за городом на озере. Вот, поэтому сегодня мы поменяли место, да, проведения вебинара, и поэтому очень долго настраивали интернет, но все-таки мы победили и наладили хорошую связь, хорошее видео, поэтому это очень классно. Круто, когда можно работать и жить на природе, и еще это именно отдых совмещать с работой. Поэтому еще раз всем добрый вечер, пятничный такой шикарный, классный вечер. Вокруг меня природа, вокруг меня озера, лес, наш дом, баня, птицы поют вовсю. Это круто, ребят, когда вот такие вот онлайн-технологии дают возможность просто проводить время с семьей, отдыхать и еще одновременно совмещать это с построением бизнеса в онлайн. Меня зовут Денис Бирюков. Вот напишите, пожалуйста, кто меня первый раз сегодня вообще видит, слышит, чтобы я понимал, есть ли на нашем таком командном вебинаре сегодня люди, которые первый раз меня видят и слышат. Отреагируйте, пожалуйста, как-то. Я так понимаю, что я со всеми уже знаком, или кто-то уже со мной знаком, да? Второй. Отлично. Хорошо. Тогда мы будем начинать, не будем вас задерживать, да? Я в этом проекте не один, создавали мы его втроем. Это и Анна Козловская, золотой директор компании Reflame. И вот вы видите на этой фотографии Елена Ракочи, это моя жена. Мы втроем создавали, разрабатывали, внедряли. Была пилотная группа, которая запускала наш онлайн-проект. Поэтому сейчас очень хорошие результаты, мы растем, развиваемся. И сегодня мы будем говорить, почему именно наш онлайн-проект, почему именно наш командный онлайн-проект, территория род, международный проект дает такие классные результаты, дает возможность каждому человеку развиваться, зарабатывать и получать именно те результаты, которые сам себе запланировал. И мы, как я всегда говорю на вебинарах, что онлайн-бизнес, он очень сильно сейчас развивается, очень круто развивается. И многие компании, многие бизнесмены, очень крупные, влиятельные, переводят свой бизнес в интернет. Почему? Потому что это на сегодняшний день это очень сильно актуально, это в тренде, это сокращает очень круто расходы, это ты мобилен, ты можешь вести бизнес в любой точке мира. Поэтому сейчас многие-многие компании развиваются, растут, и только рост от продаж интернет-магазинов, он растет триллионами долларов. Поэтому, ребят, мы в правильном направлении, в правильном бизнесе, потому что та компания, с которой мы сотрудничаем, вкладывает очень большие деньги в развитие бизнеса онлайн, развитие интернет-магазинов, онлайн-магазинов. Поэтому это важно, чтобы у нас был за плечами, у каждого из нас был надежный партнер, которому можно было доверять. И ни для кого не секрет, что интернет развивается, да, и этому вот то, что мы сейчас на природе, да, мы сейчас отдыхаем, но все равно мы провели сюда высокоскоростной интернет. И еще, наверное, 10-15 лет назад люди о таком даже и не мечтали, да, чтобы на природе в своем загородном доме был такой хороший качественный интернет. И можно было вот общаться, смотреть видео, работать в интернете. Поэтому в Беларуси количество людей, которые пользуются интернетом, практически уже все те люди, которые живут, да, от мала до велика, они пользуются интернетом. И многие делали покупки через интернет. Я думаю, что те люди, которые сегодня на вебинаре, да, наша команда, это те люди, которые уже хотя бы раз что-то заказывали себе через интернет. Сейчас интернет это, наверное, вот интернет и телефон это две вещи, вот, без которых вообще не обходится день у любого человека, потому что очень часто в гаджетах, в телефонах, в смартфонах, в айфонах у всех практически подключен мобильный интернет, и каждый человек зарегистрирован в какой-то соцсети, смотрит каких-то интересные сайты, интересные аккаунты, да. Поэтому интернет сейчас развивается, развивается не только интернет, но и скорость интернета постоянно-постоянно увеличивается, для того, чтобы человек мог быть мобильным в любой точке земного шара, будь он на отдыхе, будь он на острове где-то, но чтобы там был интернет, чтобы он был именно, скажем так, да, в курсе всех событий, которые происходят. Поэтому в нашем проекте как ведется работа, я думаю, что вот написали, что все уже были на вебинарах, у меня слышали, да, о том, что мы рассказываем. Ни для кого не секрет, что работа ведется именно через онлайн-магазины наши, интернет, которые создаются именно бизнес,
официальном сайте, да, создается бизнес-кабинет, и те люди, которые приходят к вам, они уже, получается, регистрируются именно в ваш онлайн-магазин, и вы видите на своей страничке, то есть тех людей, которые приходят и которые размещают именно заказы у вас на ваших страничках. Вот, поэтому простые такие действия, да, вот любой, наверное, согласится со мной, что, ну, в чем заключается бизнес, да, в том, чтобы создавать поток людей, которые приходят в онлайн-магазин. Ничего, в принципе, наверное, сложного нет в этом, правда? Ведь люди и так ходят в магазины каждый день и что-то себе покупают. Поэтому задача наша с вами, каждого из нас, вот, для того, чтобы у нас был бизнес, для того, чтобы не просто был бизнес, а международный бизнес, для того, чтобы мы зарабатывали и развивались в этом бизнесе, нужно выбирать и делать правильные действия. Потому что люди много, вот, я думаю, что очень много ребят, девчонок, которые в бизнесе в нашем, и очень много присоединяется постоянно, каждый каталог в наши команды приходит по 300, по 400, по 500 новых консультантов, но немногие развиваются и немногие преуспевают в этом бизнесе, да, потому что ведь от каждого человека зависит, какие он действия делал, сколько он делал этих действий, как часто делаются эти действия, да, и правильные ли эти действия, как они делаются вообще. Вот, поэтому мы немножко поговорим сейчас, да, о каких действиях, что нужно делать, да, в нашем бизнесе и какие действия приводят к конкретному результату, к какому результату. Поэтому мы сотрудничаем с компанией, которую мы очень долго выбирали, и мы не просто остановились именно на этой компании. Эта компания себя уже зарекомендовала, потому что компания уже на нашем рынке представлена, на рынке территории Беларусь представлена уже более 10 лет. Это компания с именем, ну вот, если, да, ассоциации проводить, то это компания, шведская компания, международная компания, которая вот представляет и уже организовала полностью все. Два международных сайта, доставку, логистику. Это очень важно, да, потому что вот я думаю, что многие задумывали хотя бы раз, и я знаю, что есть люди, которые на себя работают и развивают свой бизнес, да, традиционный какой-то. Но те условия, в которых мы работаем, то есть компания практически нас оградила от всех рисков. Да? Вот у нас в бизнесе практически нет никаких рисков. Здесь нет финансовых рисков, здесь нет рисков с продуктом, то есть компания взяла на себя ответственность за продукт. Здесь нет рисков с доставкой, компания опять же взяла на себя все риски по доставке, по логистике, по складированию. Здесь нет рисков у вас с оплатой, да, потому что все оплаты компания опять же взяла на себя, то есть те люди, которые оплачивают, да, заказы, вы практически никакого отношения к этому не имеете. Здесь компания постоянно нас стимулирует, и не просто стимулирует, а делает, ну, такие, наверное, если сказать, ну, сшибательные, такие акции, подарки, поездки, путешествия, бонусы. И, ну, честно говоря, мы часто очень бываем на топовых встречах, мы путешествуем, мы видим, мы общаемся с разными компаниями, с разными лидерами. И вы знаете, что очень многие компании сейчас сокращают свои выплаты, сокращают штат сотрудников, сокращают свои представительства в разных странах. А компания, с которой мы сотрудничаем, это компания Reclaim. Это компания международная, и компания постоянно развивается, постоянно открываются новые страны. И вот буквально на прошлой неделе был и банкет, и мега в России. И это была первая онлайн-трансляция, которая велась на канале YouTube, и многие лидеры из нашей команды смотрели эту трансляцию мега, которая шла, да, в прямой трансляции. Это было практически 8 часов непрерывной онлайн-трансляции, и видели все слайды, кто вот смотрел, видели слайды, что компания растет, компания развивается, компания только в России показала рост продаж по итогам 8-го каталога более 30%. Поэтому мы с вами в классной компании, это и инвесторы, которые постоянно инвестируют свои деньги в компанию Reclaim. Это компания, которая, смотрите, вот важно, когда мы стоим перед выбором, да, с кем начинать свой бизнес, какой компании, то вот представьте, если вам предлагает, вы пришли на встречу, и вам предлагает девочка бизнес, которой 15 лет, да, и женщина, которая уже, скажем так, 40-45 лет, это зрелая женщина, вот как наша компания, вот кому вы больше будете доверять? Вот Катя смотрела трансляцию, да? Вот напишите, пожалуйста, вот кому мы доверились в бизнесе?
15-летней девочке, да, которой еще нет никакого опыта, или вот женщине, которая 45-летняя, представительная, допустим, такая вот уже с опытом. Потому что сейчас очень много на рынке компаний, которые приходят и говорят, вот мы там новая компания, у нас такой классный продукт, мы начинаем свой бизнес, давайте к нам, у нас классные выплаты, у нас классные там бонусы, подарки, поездки. Но, ребят, не проходит буквально там 3-4 года и на протяжении... Спасибо, Ань, спасибо, Кать, Оля. На протяжении 3-4 лет 99 компаний, 99% компаний, которые открываются, из сетевых компаний, они через 3-4 года закрываются. Понимаете? Компания Reflame – это компания, которая проверена не только временем, представьте, 45 лет, но и кризисами, через которые она прошла. Кризисами, только кризис, спасибо, Женя. Компания прошла через все кризисы, которые были на территории России, все кризисы, которые были на территории Белоруссии, Украины, да, и вы знаете, вот пару фактов я приведу. То, что вот сейчас вот творится на Украине, ни для кого не секрет, да, компания пошла на тот шаг, то есть они поменяли маркетинг-план. Первое то, что они сделали, они оставили все выплаты лидерам с уровня директор, да, они все выплаты оставили на том же уровне, те же деньги платят. Как были до их кризиса, до вот начала вот этих вот путчей, там войны, вот этих вот военных действий. То есть лидеры компании Reflame в Украине получают те же зарплаты, как и до кризиса. Понимаете? Вот это вот очень важно. В России то же самое. В России Reflame прошел через все кризисы. В Белоруссии тоже, да, потому что у нас вообще, ну, непонятно, что там творилось и в 2011 году, и в 2009 году. Поэтому и вот сейчас вот, да, непонятно, что там с евро, с этим долларом постоянно скачет, но компания Reflame приходит на, если приходит компания Reflame на один из рынков и открывается официально, то, ну, я не знаю, что нужно произойти, что должно произойти в стране, чтобы компания ушла с этого рынка. Понимаете? Поэтому очень важно выбирать бизнес-партнера. И мы сотрудничаем с классным бизнес-партнером. Мы очень, знаете, очень, очень быстро привыкаем к хорошему. Потому что в традиционном бизнесе, да, вы один. Вы один, и у вас нет никого со стороны, вам никто не может помочь. У вас есть только конкуренты. А здесь получается то, что когда вы получаете готовый бизнес под ключ, многие люди вообще не понимают. Вот когда спрашиваешь, говоришь, вот давай там бизнес, да, вы что вы хотите делать? Говорят, бизнес строить. А как? Люди многие вообще нас этому не учили. Как строить бизнес, как правильно развиваться, экономика, развитие своего бизнеса. У нас такого не было в детстве, в школе там нас не учили. Да? Нам говорили, всем наставники, наши учителя говорили, что вот нужно пройти школу, нужно пройти университет и найти просто хорошую работу. Понимаете? В Европе немножко не так. В Европе, когда человек выходит из университета, он уже знает четко, что он готов работать на себя, что у него есть четкая цель, заработать хорошие деньги, открыть свое дело, предпринимательство. Да? Многие из нас привыкли, чтобы у нас был начальник, чтобы у нас нами руководили, да. А в компании Reflame все наоборот. Здесь есть партнерские, просто партнерские отношения. Вы все являетесь партнерами для компании Reflame. У вас у каждого свой бизнес под ключ. И компания Reflame делает все для того, чтобы вы развивались в этом бизнесе. Постоянно придумывает какие-то акции, постоянно придумывает конференции, постоянно придумывает какие-то скидки, дополнительные бонусы, путешествия, выплаты, акции, да, для того, чтобы для того, чтобы упростить нашу с вами работу в бизнесе. Понимаете, это очень классно. Товарооборот компании составляет более 2 миллиардов евро, и это очень классно. И самое важное, то, что здесь каждые 3 недели, ребят, каждые 3 недели вы здесь получаете стабильно растущий доход. Официальный, стабильно растущий доход. Это тот доход, с которого идут выплаты ФСЗН, это тот доход, которого вы платите налоги, это тот доход, который засчитывается вам в пенсионный фонд. Поэтому мы классные в правильной компании. И очень часто, да, многие люди, вот даже не часто, а сейчас что происходит? Богатые люди сейчас начинают выбирать Reflame, потому что это классная, качественная косметика. Это продукты для любой линейки, для любой категории людей. Для любой.
Будь то какой-то дешевые продукты, да, если у людей может быть немного денег, маленькие зарплаты, или же это брендовые, это люксовые продукты серии такие как Collagen Novage, да, Novage, True Perfection, это и Royal Velvet, то есть это дорогие крема, это антивозрастные серии, то есть любой человек может себе подобрать здесь свою серию по уходу за кожей лица. Это продукция Wellness, о которой так красиво и классно и профессионально рассказывала Екатерина Дробицкая. Поэтому неспроста косметику Oriflame выбирают потребители, и на протяжении уже нескольких лет подряд это выбор года, это косметическая компания у нас в Беларуси, да, потому что у нас в Беларуси очень сложно европейским компаниям продвигать себя, очень сложно вообще европейскому бизнесу у нас в Беларуси, да, и не только европейскому, но Oriflame уже это та компания, которая на протяжении уже 7 или 8 лет становится брендом номер один по выбору именно потребителей. И генеральный директор компании Reflame Екатерина Мамедова получила вот такой вот шикарный диплом номер один, вы видите, да, на международном фестивале «Выбор года 2015» в Беларуси. Да, Кать, спасибо, да, для деток, да, с рождения даже есть продукция. И вы знаете, вот правильно вот написала Катя, то, что немногие компании могут этим похвастаться. Не у многих компаний есть продукция для деток с рождения. Это говорит о том, что косметика, производство, не просто, а производство косметики, производство и те пять заводов, которые есть, своих заводов, да, своих заводов, частных заводов, которые есть в компании Reflame, это то качество, тот анализ, та чистота, которая соблюдается на всех производствах, на всех фабриках, на всех заводах. Мы были с Леной на двух фабриках. Мы были в Швеции на фабрике. Фабрика находится под Стокгольмом, 15 километров от загородной резиденции королевы Швеции Сильвии. Это фабрика, которая работала на тот момент 24 часа в сутки. И на фабрике работало всего 104 человека. Представляете? Три смены работали люди, то есть конвейер шел, постоянно роботы, то есть 100 человек обслуживало такую шикарную, классную, большую фабрику. И мы были в логистическом центре в Ногинске. Это фабрика, которая реально одна из самых крупных в компании Reflame. Это не просто фабрика, это и производство, и логистический центр. То есть компания Reflame вкладывает, эта фабрика стоила компании 175 миллионов евро. Представляете? Поэтому деньги есть в компании, и качество. В компании сотрудничает более 100 ученых, ребят, более 100 ученых разрабатывают косметику для компании Reflame. Представляете, какой мы классной компанией. Мы были в центре исследования кожи в Стокгольме, и вы знаете, что, ну, это был 2011 год, и вот с каждым годом моя уверенность, мое, не то что уверенность, а вера, она постоянно-постоянно растет. Доверие компании Reflame, оно не на 100%, а, наверное, на 1000%. И вот эти вот встречи с руководством, которые проходят у нас, ты просто смотришь на людей, которые, это наемные люди, руководство компании, вот это люди, которые работают под зарплату. Но глядя на них, ты понимаешь, что эти люди, они не просто нанятые рабочие, да, вот как на государственной работе или в частной компании, да, это люди просто, которые живут душой и сердцем этой компании, понимаете, которые отдаются полностью на 150% тому делу, которое они любят и делают, да, и развивают этот бизнес. Вот, поэтому я горжусь, честно вам скажу, я горжусь той компанией, с которой мы сотрудничаем, с компанией Reflame. Я просто горд за то, что у нас в Беларуси есть такой классный вид бизнеса, который позволяет развиваться любому человеку, независимо от того, сколько вам лет, какого вы там, женщина вы или мужчина, студент вы или там, или мама в декретном отпуске, или на пенсионерке, или рабочий, да, простой. Любой человек может здесь развиваться. Здесь нет ничего сложного. И вот вдобавок к этому, буквально недавно мы посмотрели видео девушки, которой муж запрещал, просто он вообще, ну, нельзя было ей вообще никак нельзя было заниматься бизнесом. Никак. И она за год, сидя в туалете, живя в горах, девушка жила в горах, представляете, у нее было там по 10, по 15 минут, она ходила в туалет и закрывалась там, и работала.
В интернете работала по 10, по 15 минут, представляете, она делала по 6 тысяч рассылок, 6 тысяч рассылок в день. 6 тысяч рассылок. И через год, когда она закрыла звание директора, она сказала, что муж не разрешил разместить фотографию в аккаунте. Представляете? Какая должна быть вера в результат? Какая должна быть вера у человека? Какое должно быть желание для того, чтобы достичь такого классного результата? Представляете? Вот, Оля даже косметикой не разрешила пользоваться. Странно, да? Муж, который не разрешает пользоваться косметикой. Это очень странно. Вот. Поэтому, ребят, поверьте, что в этом бизнесе, если вы упертый, если вы настойчивый человек, который умеет достигать цели, у вас получится. Немножко отошел от темы, да, вот я там был слайд wellness. Ну, на wellness я не буду долго останавливаться, потому что это один из моих любимых продуктов, как для мужчины, так я и в прошлом спортсмен профессиональный, 17 лет я отдал баскетболу и играл за молодежную сборную, за национальную сборную. И я знаю витамины, которые нас поили, какими таблетками нас поили. Когда я увидел Wellness Pack мужской, когда он только появился, я прочитал его состав, и я принял сразу это для себя. Я начал его пить, и на протяжении вот уже 7 лет, 7,5 лет я пью Wellness постоянно, не останавливаясь. Wellness Pack – это мой дневной рацион, Wellness Pack плюс коктейль. Я пью каждый день, без остановок, чувствую себя намного-намного лучше, чем там 7-8 лет назад. У меня прекратился насморк, у меня прекратились боли головные, появилась энергии больше, и работать можно. Вот сейчас на природе я работаю с утра до вечера, да, там и кашу, и пхаем там, и пляж мы сейчас расчищаем. То есть, ребят, много энергии, это классно, пьет моя вся семья. Мы без wellness вообще никуда не выезжаем. Поэтому это классный продукт не просто для употребления, да, это продукт для построения бизнеса. Это классный продукт, потому что этому продукту доверяют не только консультанты, да, как вот кажется, что там только консультанты его пьют, там, да, какие-то там сумасшедшие, ну, понятно, что повернутые, типа там вот это вот компании его нужно пить. Нет. Это продукт, который разрабатывался лучшими учеными, номинантами на Нобелевскую премию. Это продукт, который получил самые высокие стандарты качества, сертификаты, зарекомендовался. Это продукт, который признан королевской семьей, королевой Швеции. Это продукт, который пьют национальные сборные по биатлону Швеции, хоккейные сборные, Динамо Рига. Это продукт, который прошел тест на допинг. Это шикарный продукт для повышения качества здоровья, так и для построения бизнеса. Поэтому отнеситесь к wellness со всей серьезностью, посещайте все мероприятия, участвуйте во всех проектах, которые вам предлагают ваши наставники, и вы получите реальный результат благодаря тому, что на wellness тоже идут люди. И сейчас очень многие богатые люди, да, заботятся о здоровом образе жизни. И у меня очень много клиентов, которые покупают wellness, которые пьют. Это клиенты, это друзья, это спортсмены, это мои по команде. Поэтому, ребят, просто попробуйте и получите результаты, удовольствие от употребления продукции Wellness. А Катя уже показывала этот слайд, да, это программа контрольная закупка и вручение, опять же, премии, да, как лучший БАД и производитель категории витамины и БАД. Вот, поэтому мы сейчас уже переходим более к нашему бизнесу, к нашему проекту, потому что самый классный слайд, вот, и он полностью включает в себя, в чем преимущество нашего проекта. Потому что можно много говорить, да, но именно результаты, именно вот то, что бизнес, который мы ведем, можно вести в любой точке мира. Вот именно то, что бизнес получается, помещается в ноутбук, это 100% вот в точку. Главное найти точку доступа Wi-Fi, и вы свой бизнес можете вести с любой точки мира. Все. Вы открыли, посмотрели полностью информацию на своем бизнес-кабинете, зашли, посмотрели полностью все отчеты, какая у вас активность, сколько людей разместило заказы, какой товарооборот прошел по вашему онлайн-магазину, сколько вам уже компания начислила, потому что бухгалтерия постоянно обновляется онлайн ваш доход, постоянно обновляются все
отчеты, да, по всем акциям, по всем каким-то международным конференциям, по банкетам директоров. То есть все это идет в онлайн-режиме, где на обучающей очень много обучающих информации, очень много информации о продукции на сайте, да. Поэтому это классно. А доход, как я уже говорил, официально, легально, я не буду повторяться, вне зависимости от начальника, я уже говорил, что это бизнес, ваш бизнес, это бизнес каждого из вас, и здесь нельзя обижаться, да, как вот мне там мало уделяет мой спонсор внимания, или мне там не помогают, или мне там что-то должны там, да, как многие говорят в этом бизнесе, мне что-то должны там, да. Да никто здесь ничего не должен. Вам дают полностью готовую систему обучения, вам дают полностью готовую систему сопровождения, вам дают продукт, вам дают сайт, вам дают доставку, логистику. От вас только требуется просто создавать поток людей, потому что все равно люди моются. Как бы мы этого не хотели, запретить людям мыться, они все равно будут мыться. Я еще не видел в своей жизни ни одного человека, который не умывался там или не мылся. Ну нет таких людей. Наша с вами задача, если мы этот процесс не можем остановить, значит его нужно возглавить. Согласны? Поэтому от нас с вами зависит, чем быстрее мы с вами создадим поток покупателей в наш онлайн-магазин, чем быстрее мы с вами найдем партнеров, потому что кто-то приходит в бизнес просто покупать для себя. И это классно, скидка хорошая, продукт качественный, есть сейчас доставка в любую точку по Беларуси, по Украине, по России, то есть всех тех странах, в которых компания работает официально. Даже доставка на дом идет курьером. Поэтому нет финансовых рисков, я уже говорил. Здесь вы ничем не рискуете. Ничем вообще не рискуете. Вы просто тратите деньги на качественный продукт, пользуетесь им, получаете от этого удовольствие, плюс вы получаете к этому скидку, плюс вы еще зарабатываете на этом деньги. А корпоративные мероприятия и личностный рост, личностное развитие в этом бизнесе, оно колоссальное. Потому что ни в одном другом месте, как в бизнесе, вы не будете так развиваться, вы не будете личностно расти, как здесь. Здесь постоянно вы обучаетесь, постоянно растете, каждый день проходят вебинары. Дополнительно вы еще сами можете саморазвитием заниматься. Вы можете читать, вы можете смотреть обучающие видео в интернете. У каждого из лидеров есть свои каналы на YouTube. Эти каналы есть с плейлистами, там есть полностью все обучение, все видео доступные в открытом доступе. Если что-то закрыто, то можно получить ссылку на закрытые видео, да, потому что эти видео для партнеров. Поэтому здесь личное развитие колоссальное. Здесь проходят тренинги, проходят семинары, мероприятия, корпоративные мероприятия, такие вот как Мега, да, которая транслировалась на 5000 человек присутствовало на этом мероприятии, и плюс еще к этому 5000 смотрело онлайн. Вы представляете, а еще сколько просмотров после этого, те люди, которые не смогли бы присутствовать и не смогли посмотреть онлайн-трансляцию, сколько еще просмотров будет в Ютубе после того, как закончилась Мега, после того, как прошло это мероприятие, люди все равно заходят и смотрят. Да, Кать, правильно, мы вкладываем здесь только свое время. А время – это единственный ресурс, невозобновляемый. Единственный ресурс, который нельзя вернуть время. Понимаете? А вот как четко, правильно распланировать свое время, это уже говорит о многом. Потому что каждый человек должен грамотно и правильно планировать свое время. От того, как вы распланируете свой день, свою неделю, свой каталог, свой месяц, свой год, свои 5, 3, 5 лет, 10 лет, будет зависеть ваш дальнейший рост ваш в жизни. И не только в бизнесе, но и не только в жизни, но и в бизнесе. Понимаете? Поэтому в компании есть путешествие по миру, начиная уже с уровня менеджера, вы можете уже путешествовать. И в прошлом году было путешествие для менеджеров в Египет, была международная конференция в Египте для менеджеров. В этом году конференция будет в Сочи для менеджеров, поэтому конференции раньше были с уровня золотого директора, сейчас эти конференции уже проходят с уровня менеджера. Вот. Признание и награждение. Вот для каждого человека в жизни важно признание, важно быть успешным, важно, чтобы вами восхищались. Важно, чтобы людей поздравляли на сцене, чтобы их как-то чествовали, чтобы вручали букет цветов. И вот кому это важно, вот из присутствующих на вебинаре, просто вот поставьте плюсик.
Потому что я знаю, многие говорят, ой, мне страшно выходить на сцену, я боюсь сцены. Но как только человек начинает выступать, как только человек появляется на вебинарах, начинает проводить, выступать на вебинарах, люди меняются, раскрываются по-другому. И вы знаете, что вот дальше будут слайды, как мы поздравляли нашего нового директора онлайн-проекта Ольгу Мельникову. Оля говорила, что столько цветов, столько награждений, столько подарков она не получала никогда в жизни. Никогда в жизни она не видела столько букетов, да? Они уносили, вся семья ее была, и муж, и дети уносили втроем, вчетвером там помогали, уносили и подарки, и букеты со сцены. Что получает поучитель, что получает за всю жизнь, за свои, вот там, допустим, сколько там, 20, 30, 40 лет стажа, сколько людей выпускают, сколько школьников, сколько выпускают люди, да, и после этого никаких признаний, никаких там пожеланий хороших, ничего они не получают в жизни. Просто приходит пенсия и вас списывают. Понимаете? В бизнесе вы постоянно развиваетесь, постоянно обучаетесь и получаете еще плюс к этому признание и награждение. Постоянные командные какие-то акции, постоянные вебинары командные, на которых вам дарят подарки, вам разыгрываются какие-то. И это классно. Понимаете? Это очень классно, потому что я не видел таких людей, которому не важно было бы, чтобы человеку в чем-то признали, чем-то наградили, чем-то похвалили. Каждому человеку это важно. И в компании, конечно же, появляются новые очень классные знакомства. Появляются не просто знакомства, но и появляются и новые друзья, и это те люди, которые становятся близкими друзьями, это те люди, которые переходят потом в родственников, потом крестными становятся. Поэтому и самое важное, что вот есть еще в бизнесе, это то, что возможность передачи бизнеса по наследству. Потому что все, что мы делаем в этом мире, все, что мы делаем в своей жизни, я думаю, что для каждого очень важно, чтобы оставить после себя какой-то след, и не просто след, но передать своим детям то лучшее, да, то самое лучшее, то, что не получили мы, да, допустим, в своем детстве, да. И мы стараемся по жизни делать для наших деток все самое лучшее и передать им нам не хватает. Поэтому спасибо, Елена, да, у нас очень хорошая организация бизнеса, спасибо большое. И в бизнесе, вот только в бизнесе вы получаете вот это вот слово, которое написано большими буквами, такими заглавными, свобода. Только здесь свобода, это слово, оно открывается в полном понимании этого слова. Не просто свобода, лежа на диване после работы с бокалом пива там, и смотря, перелистывая там 40-50 каналов с пультом. И говорят, что я свободный, вот да, я там отдыхаю после работы. Нет, ребят, свобода именно в чем? Свобода в том, чтобы вы могли путешествовать, развиваться, расти со своей семьей, проводить больше времени с детьми, уделять время своему хобби, уделять время самой себе, саморазвитию. Да? И не зависеть от начальника, когда он вас отпустит на выходной или когда он вам назначит время вашего отпуска. Вы сами здесь выбираете, сколько времени вы будете строить бизнес, сколько по времени вы будете отдыхать, сколько по времени вы будете проводить с вашими детьми, сколько по времени вы будете путешествовать и делать покупки. Только вы себе здесь сами начальник и сами организуете полностью себя. Вот это вот свобода. Понимаете? Мы очень любим путешествовать с семьей. И вот несколько лет назад мы открыли визы, мультивизы. И мы первый год были 17 раз за границей. Представляете, 17 раз за границей мы были в первый год с детками. Мы выезжали постоянно, постоянно на выходные куда-то, новая страна, новые интересные какие-то места. Поэтому это очень классно, очень классный бизнес, но здесь нужно попахать. Реально нужно попахать, чтобы получить результат. Потому что в любом бизнесе, даже в традиционном бизнесе, вам нужно вложить сначала там 10-15 тысяч долларов для того, чтобы потом пахать 3-5 лет, чтобы их отработать, просто те деньги, которые вы вложили. Здесь правильно вот Катя писала, что мы вкладываем здесь только свое время и уже зарабатываем деньги. Поэтому да, здесь нужно вкладывать время, да, здесь нужно вкладывать усилия, чтобы это нужно полюбить. Разобраться во всем.
И я знаю, что у нас есть наши лидеры, директора, те люди, которые вообще кричали, что интернет, онлайн, вот и старыми методами, сейчас перешли и сейчас получают колоссальные результаты. Потому что учиться, обучаться можно в любом возрасте, да? Если только сами вы этого хотите. Поэтому суть любого бизнеса – это создание товарооборота, это ни для кого не секрет. И чем больше товарооборот, тем прибыльнее ваш бизнес. И поэтому мы всегда говорим, что любой бизнес – это продажа. Или услуги, или товар. Любой бизнес. Да? Но есть несколько способов в нашем бизнесе продвижения нашего бизнеса, да, и создания товарооборота. Первый способ – это такие более, мы рассмотрим два способа более распространенных. Это личные рекомендации. Первый способ такой, это классный способ вот для тех людей, которые любят профессионально рекомендовать. И для тех людей, которые любят профессионально рекомендовать, у нас проходят профессиональные школы по продукции, школы проходят по новинкам, каждые 3 недели проходят по новинкам, по лучшим предложениям каталога, потом проходят школы, как сделать личный товарооборот, да, потому что обязательно должен быть личный товарооборот. Это нормальная стандартная ситуация, то чтобы та продукция, которой вы пользуетесь, только средства личной гигиены плюс продукция wellness, это личный товарооборот, и компания вам за личный тоже товарооборот делает скидку первой, а второе выплачивает еще вам, возвращает именно в виде объемной скидки на ваш регистрационный номер именно денежки, да? Поэтому вот этот вот первый способ личной рекомендации, он подходит для всех. Но в основном основная масса людей, те, которые им пользуются, это молодежь, это мамы в декретном отпуске, те люди, которым нужны сразу быстрые деньги, да, и личные рекомендации это тот способ, который он классный, он быстрый, он легкий, но здесь заработки небольшие, и вы зарабатываете только в том случае, когда вы рекомендуете. Как только вы перестаете рекомендовать, ваши заработки прекращаются. Поэтому вот я вам скажу свою отношения мне нравится, потому что это новые клиенты появляются, новые общения, и вы получаете, вот я уже получаю от этого удовольствие. Вот реально, раньше я этого боялся. Я боялся показать каталог, я боялся вообще подойти к человеку с каталогом и сказать, что возьмите, пожалуйста, посмотрите. Для меня это было страшно. Непонятно вообще, как мужчина с каталогом вообще, да, может подходить кому-то, к незнакомым людям и предлагать косметику, да, потому что, ну, все-таки я спортсмен, там, да, баскетболист, я там мог подойти и сказать, пошли в баскетбол поиграем, там, кому-то, да, если я видел, что человек подходит там по росту как-то. А вот именно подойти с каталогом и сказать, попробуйте, посмотрите, да, косметику, если вам что-то понравится, вот телефончик позвоните, мне это было сделать очень сложно. Но я ходил свой первый заказ, блин, я собирал, мне Лена вручила каталог, сказала, иди показывай. Ну, я как такой мужик, знаете, сказал, да, ё-моё, мне ничего не страшно, давай каталог. Я его неделю таскал за собой, он такой уже был немножко помятый, потому что руки потели, сам я краснел, я его скручивал подмышкой, так и так, я его, короче, носил, крутил, мутил целую неделю. Все-таки через неделю я его показал, и у меня заказали помаду и еще что-то маленькое заказали. Но вы знаете, для меня это была такая победа, я такой был счастливый. Я поборол, наверное, свой страх, я поборол вот это вот такое чувство, непонятное какое-то было, такой страх, непонятно, потому что очень хорошую фразу мне сказал Юрий Павлович Гречишников, что Денис, он сказал так, Денис, мы не продаем не ворованное, мы продаем красоту. Наши каталоги делают женщин красивее. Мы несем красоту в люди. И вот когда он мне сказал, что мы несем красоту, когда он мне сказал, что мы не продаем ворованное продукт, люди покупают там квартиры, машины, улучшается уровень жизни. Это продукция, которой пользуются все. Это косметика. Он говорит, не бойся, ничего страшного в этом нет. Поэтому, ребят, я вам скажу честно, то, что вот сейчас у меня есть клиенты, которым постоянно у меня в багажнике есть каталог, действующий, следующий.
И это классно. Это классно, когда есть постоянно карманные деньги, когда у вас покупают, когда заказывают. Да, но этому нужно обучаться. Любому делу новому нужно обучаться. Вот. Поэтому, но если же вы пришли серьезно строить бизнес, если вы хотите получать от бизнеса результат, реальный результат, то, конечно же, на рекомендациях, на простых рекомендациях вы много не заработаете. А вот уже именно приглашая в бизнес новых партнеров, создавая свою команду, обучая свою команду, да, приглашая новых партнеров, только в этом случае вы начнете зарабатывать очень хорошие деньги. У вас товарооборот не будет зависеть от ваших клиентов там и еще от чего-то. Как только у вас появятся партнеры, которые будут интересоваться бизнесом, которые будут в этом бизнесе, которые будут обучаться, которые будут идти за вами, которые будут вместе с вами на всех семинарах, вебинарах, тренингах, поездках во всех, да, вот тогда у вас появляется уже команда, как мы говорим, команда мечты, которая идет за вами, которая вас повторяет, и вот тогда у вас уже будет именно результат в вашем бизнесе. И, конечно же, как ведется наша работа, как мы, что мы делаем в нашем онлайн-проекте, первое, это оформление онлайн-заявок, да, то есть мы занимаемся рассылками, да, то есть каждый человек, который приходит в бизнес, выбирает для себя тот метод работы, который ему более благоприятен, который ему более комфортно работает. И вот опять же, да, смотрите, мы приходим сюда в бизнес, и нам говорят, Лариса, допустим, да, вот смотри, Лариса, ты пришла в бизнес, да, как бы тебе было бы удобнее и каким методом тебе бы было комфортнее зарабатывать деньги? Вот смотри, у нас есть там соцсети, у нас есть доска объявлений, у нас есть метод работы по резюме, у нас есть офлайн встречи в офисе, да. Ларис, вот ну, как бы тебе было комфортнее строить твой бизнес? Вот, ну вот представь себе, вот нормальный бизнесмен в традиционном бизнесе. Вот к нему кто-нибудь приходит и говорит, слушай, там, Серега, как бы тебе комфортнее было зарабатывать деньги? Вот у нас есть система обучения, есть система сопровождения, за которую тебе не нужно ничего платить. Просто нажми на кнопку в интернете, подключись на вебинар, посмотри. Посмотри, потому что люди уже все создали, уже люди все запустили, люди уже все обкатали, люди уже получили результаты, и поэтому, Серега, не волнуйся, у тебя должно все получиться, если ты будешь уделять этому 3-4 часа. Вот понимаете, в традиционном бизнесе вообще люди не понимают такого. А вот у нас люди, которые приходят в наш бизнес, 2-3 раза попробовали, 3-4 приглашения разослали, на 2-3 вебинара пришли, ой, сказали, это не мое. Ой, здесь сложно, здесь вообще очень страшно, здесь нужно людям посылать что-то, здесь нужно на вебинарах обучаться. Да, но потом обратная сторона этого бизнеса, ребят. Вы начинаете путешествовать. Вы начинаете зарабатывать от 500 до, там, до 1000, до 2000, 3000, 4000 долларов, 5, 6 тысяч долларов. И вы уже не говорите, что мне там ну, сложно там сделать там 100 рассылок там, или 200 рассылок, да, или провести там какое-то мероприятие. Потому что вы знаете, за эту работу вам компания перечисляет каждые 3 недели официально на вашу карточку доход. Поэтому просто примите для себя этот бизнес, как ваш, как свой бизнес, и не смотрите на кого там, на Пасю, на Петю, на Зину, получится, не получится, смогу ли я. Не слушайте никого со стороны, там, ваших близких, там, или еще кого-то, там, мужей, там, тех, которые вообще не понимают нифига. А строят из себя, там, крутых павлинов, которые, там, знаете, зарабатывают 2-3 миллиона, но вот жена, ты не лезь, тебя там обманут, там, или еще что-то, сидят и говорят, понимаете? Делайте, достигайте результатов. Как та девушка, которая на горшке, сидя, блин, в горах, ё-моё, закрыла звание директора, понимаете? Скрываясь от мужа. Вот такие вот, да, вот такие вот результаты они впечатляют. У нас с вами есть все. Вот, поэтому, да, здесь нужно работать тем методом, который вам комфортно. Можно работать несколькими методами. Здесь идет полностью онлайн обучение каждый день. Завтра будет онлайн обучение в 10 утра. Подключайтесь, потому что завтра будет Елена Рокоча вести успешный старт в 10 утра с нашей вот такой вот красивой местности, да, на природе, будет рассказывать именно успешный старт, как стартовать в бизнесе, с чего стартовать в бизнесе, да. И опять же я повторюсь, смотрите, ни в каком вам бизнесе не расскажут, с чего начать.
В традиционном бизнесе нет такого. У предпринимателей просто у ИП такого нет. Они хватаются, те люди, у которых есть деньги, они их не знают, куда вложить, потом вкладывают и начинают как истерично их зарабатывать, отбивать те деньги, которые они вложили. И здесь с вами будет делиться завтра в 10 утра топ-лидер своими знаниями, своими наработками, как стартовать в бизнесе, ну, я хочу сказать, без ошибок, но понятно, что у любого человека должны быть ошибки. Мы на своих ошибках или на чужих мы все равно учимся. Ошибка, она должна дана человеку для того, чтобы извлечь из этого какую-то идею, да, из ошибки, понять, что у меня неправильно получилось, для того, чтобы потом не повторить еще раз. Понимаете? Поэтому как ведется работа, что это и как это работает, я всегда говорю, что станьте в многоквартирном доме, вот, да, вот кто живет в многоквартирных многоэтажных домах, станьте консультантом по красоте. Участковым консультантом по красоте. Станьте в своем доме участковым консультантом по красоте. Просто приходите к каталогу и говорите: здравствуйте, я ваш участковый консультант, у меня есть для вас классный каталог с новинками, посмотрите, пожалуйста, я завтра зайду, вот я ваша соседка там из 35-й квартиры, меня зовут там Марья Ивановна, завтра, вот, приятно познакомиться, завтра я зайду, заберу кто-то. Все. Если есть участковый там милиционер, если есть участковый там этот, как его, врач, почему нет, должно быть участкового консультанта по красоте? Станьте таким человеком у себя в подъезде, у себя в доме и просто наработайте, скажем так, группу своих клиентов, то есть тех людей, которым вы будете приходить и предлагать. Потому что хороший клиент, он от вас никогда не уйдет, если вы грамотно, профессионально его обслуживаете. Вот. Поэтому понятно, что, наверное, в пятницу, в такую шикарную погоду, в плюс 30, те люди, которые у нас сегодня присутствуют на вебинаре, это те люди, которые хотят в бизнесе не просто быть менеджером, да, а хотят быть именно с уровня директор и выше, и зарабатывать шикарные большие премии, доходы постоянно растущие, и побывать на банкетах директоров, поучаствовать в международных конференциях. Поэтому для таких людей преимущество и команды директорской — это официальный доход от 700 условных единиц, это премия, единовременная выплата 1000 условных единиц, 1000 долларов, да, это участие в автомобильной программе «Мой автомобиль», и это приглашение на банкет директоров. Ну и, конечно же, это постоянно растущий доход, потому что я не видел таких людей еще, которые в Oriflame зарабатывали бы 1000 и сказали, что я не хочу зарабатывать меньше, я не хочу зарабатывать столько много, вот дайте мне там 300, вот как бы средняя месячная зарплата в Беларуси, мне столько хватит. Если человек почувствовал вкус больших денег, которые может заработать, и который заработал в Oriflame, он никогда не остановится. Понимаете? Потому что, да, деньги, как говорят, что это кучка ровно нарезанной бумаги. Но вот эта вот кучка, она дает очень большие возможности. Очень большие возможности. Да, говорят, что за деньги там дружбу не купишь, за деньги там не купишь здоровье. Да, но с деньгами лучше и легче продлевать здоровье. С деньгами легче путешествовать и находить новые знакомства и друзей, понимаете? А с деньгами легче питаться правильней, с деньгами легче одеваться лучше, с деньгами легче покупать детям те подарки, которые хочет ребенок, а не на те, которые хватает денег. Понимаете? С деньгами легче помогать родителям. С деньгами легче что-то покупать, какие-то близким даже своим, родным подарки, да, и видеть их глаза в слезах от счастья. Поэтому, ребят, это минимальный уровень, на который мы зовем наш проект, это уровень директора, да, и я считаю, что с уровня директора вот начинаются именно такие вот изменения в жизни людей, потому что это уже очень хороший доход директорский, и это честнее, это признание, и вот я уже говорил, это Ольга Мельникова, наша директор онлайн-проекта, это ее поздравление, это и лимузин, это и ресторан. И это не только один человек, да, у которого получилось в нашем проекте, да, этот бизнес простой, в котором он легко дуплицируемый,
И вот это вот наша гордость, это наша директорская, наша элита, да, наши партнеры, и не просто партнеры, это наши друзья, это Дмитрий и Марина Городниковы, это наши директора онлайн-проекта, в прошлом это учителя, ну, как говорят, что учителей в прошлом не бывает, да, это люди, которые сейчас обучают свою команду, и это люди, у которых уже есть свои директора. Елена Левша с Дмитрием, это тоже наша семейная пара, это директора онлайн-проекта. Анна Козловская, это наш золотой директор. Анна Козловская, это родная сестра Елены, моей жены Елены Ракочей. Поэтому, ребят, в бизнесе, да, в бизнесе не только люди, которые, знаете, как со стороны, да, это холодный рынок, но и близких. Вот приглашайте в бизнес близких. Приглашайте, потому что этот бизнес, он помогает людям раскрываться, помогает людям, даже близким, зарабатывать хорошие деньги. И близкие люди, семья, они никогда вас не подставят, не подведут. Это те люди, которые пойдут за вами, которые верят в вас, которые идут за вами. И просто, ну, это классное чувство, когда ты видишь, что твои родственники, твои близкие, они развиваются, они зарабатывают хорошие деньги, они могут себе позволить купить машину, поехать путешествовать. И Анна с нами уже путешествовала. У нас мечта была путешествовать командой на золотые конференции. И Анна была с нами на конференции, квалифицировалась, закрыла звание вот старшего директора и золотого директора, и квалифицировалась на золотую конференцию в Валенсию. И вот мы гордились с Леной то, что Аню поздравляли на сцене в Испании, в Валенсии, вручали два чека, такие шикарные букеты, это был гала-ужин. Вы понимаете, просто вот, ну, непередаваемые чувства. И вот у нас сейчас с Леной мечта, чтобы мы вывезли наших 100 золотых директоров на золотую конференцию вместе с нами, на юбилейную конференцию, которая будет на двух лайнерах. И у каждого из вас еще есть шанс туда попасть. Екатерина Дробицкая, это директор у Анны Козловской в команде, Светлана Парфенович, Людмила Тернопович, Наталья Бирюкова, вот с Виталием, это моя сестра родная, Алла и Владимир Болдырев, это директора, тоже многодетная семья, и Алла в прошлом учитель, Вова, у него был свой бизнес, да, и серьезный бизнес был. Вот. Но Вова сейчас вот помогает Але, сейчас они вдвоем именно в бизнесе развиваются, растут. Юлия Хомицкая тоже девушка стала 18 лет директором. Поэтому этот бизнес, как я говорил уже, он для всех, для любого возраста, для любого возраста. Ольга Хомицкая, золотой директор. Наталья Мозговая, золотой директор. Тамара Семеновна Рудова. Вот про Тамару Семеновну я говорил, что человек, который боялся компьютера, который вообще не понимал, что нужно делать онлайн, как работать, как ведутся рассылки, как создаются странички. А сейчас Тамара Семеновна каждое утро встает и делает по 200, по 300 рассылок. У Тамары Семеновны по 10 до 20 собеседований проходит за день. Ребята, вы понимаете, человек, который на пенсии, человек, который состоялся в жизни, это зауч школы в прошлом, это директор компании Reflame с постоянно растущим доходом каждые 3 недели, человек, у которого есть пенсия. Но есть мечты. Она не сидит на лавке и не обсасывает соседей и не щелкает семки. И не листает сериалы, понимаете? Это человек, который постоянно развивается, постоянно что-то ищет новое. Это человек, у которого есть уже свои директора. Вот о чем я говорю. В любом возрасте в бизнесе можно преуспеть. В любом возрасте. Главное желание. И вопрос, зачем вам это? Вот если вы сами себе ответите на вопрос, зачем вам этот бизнес? Зачем я в этом бизнесе трачу столько времени? Зачем мне это? И что я получу? Вот только тогда вы начнете действовать. Только тогда вы начнете делать, только тогда вы начнете приглашать, только тогда вы будете на всех обучающих тренингах, семинарах, вебинарах. Если вы сами себе ответите, зачем вам это надо. Зинаида Сафонова, тоже наш директор, работник хлебозавода. Зина никогда не одевала такого красивого платья на банкет. Это человек, который работает в три смены, там, с одним выходным, ну, ужас просто. В цеху постоянно ночные, там, недосыпания. Но Зина нашла время для того, чтобы построить бизнес и закрыть звание директора. Это банкет прошлого года. Это и Оксана Жирнова, и Вероника Личенок, и Оля Демиденкова, и Оля Небарака. Это наши директора, наши онлайн-проекта. Да, это команда Анны Козловской и Тамары Симонны. Вот, Оксана Жирнова. Это директора, которые закрылись вот в прошлом году, да.
Понимаете, на банкете вот такие счастливые, красивые, нарядные. И в этом году будет банкет еще круче. Он круче. Он будет уникальный банкет, аналогов этого банкета не было вообще еще в Беларуси. Понимаете? Это будет площадка Falcon Club, который это новый отель Marriott, пятизвездочный отель, который открылся у нас в Беларуси. И это будет шикарнейшее мероприятие, поэтому я вам рекомендую не тормозить, а просто делайте действия для того, чтобы квалифицироваться на следующий юбилейный банкет 50-летию компании Oriflame в Беларуси и не в Беларуси, а в мире. Вот, поэтому это будет шикарнейший банкет в следующем году. В этом году уже закрылась квалификация, и мы едем в этом году на банкет директоров. Ну а в следующем году моя не мечта, а цель, чтобы от нашей команды поехало минимум 30 новых директоров на банкет директоров. Поэтому сделайте все для того, чтобы быть в юбилейный год не только на банкете директоров, но и в золотой конференции на лайнере вместе с нами. Это награждение вот проходит на нашем командном мероприятии, на банкете успеха. Мы поздравляем Олю Мельникову и вот такую вот подвеску. Это именно вот наш разработанный логотип, который мы вот такое вот украшение красивое делаем именно для нашей команды, для директорской. И каждый директор получает в подарок вот такой вот шикарный украшение, зюка с камешком драгоценным. Подарок. Вот. Ну и это наша премия, 6 тысяч долларов, максимальная премия на сегодняшний день, закрыто топовое звание бриллиантовых директоров. Вот. И, конечно же, лестница карьерная успеха в Oriflame, она не останавливается на уровне там, директора или бриллиантового директора, нет. Вы каждый сам для себя выбираете тот уровень дохода, то звание, которое вам более комфортно. Да, вот, посмотрели на лестницу успеха, ага, вот хочу быть там, сапфировым директором, там, или старшим золотым директором, там, или просто директором, там, ага, доход такой-то, ага. Что он мне поможет, этот доход? Что я могу с ним себе позволить, как я могу изменить, что изменится вообще в моем рационе, в питании, там, в одежде, там, в путешествиях, еще что-то, в доме, там, я сделаю ремонт, я куплю ребенку там, машину там, или детскую, там, или еще что-то. Ага, столько-то денег я буду зарабатывать. Хорошо. А что еще изменится? Хорошо, что я хочу получить? И вы сами для себя по лестнице успеха выбираете тот уровень, на котором вам более комфортно, и делаете все для того. Подходите к своему наставнику, к своему спонсору, кто вас пригласил в этот бизнес, да, к человеку, который партнер ваш, да, который в этом бизнесе уже, скажем так, зарекомендовал себя, тот, который получил результат в этом бизнесе. И спрашиваете, хорошо, я хочу зарабатывать столько-то, какие действия и сколько мне нужно делать ежедневно, чтобы получить такой доход, чтобы выйти на такой доход. И вам четко по полочкам все раскладывают. Понимаете? И вот эта вот карьерная лестница, она дает шикарные путешествия, шикарное воплощение даже тех мечт, которые, скажем так, нормальный человек даже себе не загадывает. Да? Потому что вот эта вот ратуша Нобель-Холла, это дворец нобелевских лауреатов в Швеции, Стокгольм, и мы там были с Леной, нас чествовали на сцене нобелевских лауреатов, вручали медаль за свои достижения, вклад в развитие бизнеса в компании Oriflame. Мы стояли на сцене, мы ужинали именно в Нобелевском холле, вот в этом Нобель-холле. Ну, это шикарное было мероприятие, незабываемое вообще на всю жизнь, нам запомнилась вот эта вот именно поездка в Швецию. Поэтому даже такие мечты воплощаются в компании Oriflame. Это лайнер, который был 2 года назад, это самый был крупный лайнер. Мы путешествовали в 3 страны, 8 городов, Испания, Италия, Франция. Мы жили вот в такой вот шикарной каюте с террасой. Это 12-палубный лайнер, на котором 23 ресторана, бары, бутики, казино, всевозможные шоу, джакузи, развлечения, футбольное, баскетбольное, гольф, спа. Ну, это плавучий город, ребята. Так вот, я узнал, что это лайнер был 4 звезды. А 50-летие компании Oriflame будет на лайнере, который на двух лайнерах шестизвездочных. Шестизвездочные 2 лайнера будут плавать целую неделю по Средиземному морю и отмечать юбилей компании Oriflame 50 лет. Именно 6 тысяч участников будет в следующем году именно на лайнере, понимаете? Ну, опять же, вот эта вот фотография, это с лайнера, это внутри, это рестораны трехэтажные,
Это и Сингапур 2015 год, январь, это бриллиантовая конференция, и это отель Мария Бэй Санс, 43 этаж. Это отель, в который люди приезжают именно просто переночевать одну ночь, потому что ночь там стоит от 1000 долларов, и просто сфоткаться на 57 этаже в бассейне, да, потому что там, ну, очень шикарный вид с этого бассейна. Просто посмотрите в интернете Сингапур, отель Мария Бэй Санс, бассейн, да. То есть там шикарные виды, это вот такие вот, ну, скажем так, парки будущего, да, как вот фильм «Аватар», именно вот по задумке этого фильма был построен вот такой вот красивый парк, и он весь из растений, вот это вот из живых, должно вот они обвить полностью все вот эти вот каркасы и быть таким вот плавучим, живым таким вот растением, да. Это уже Валенсия, как я уже говорил, что мы были не одни на этой конференции, Анна квалифицировалась и... Анну можно поздравить, она квалифицировалась и на Кипр, и в Сочи. В этом году мы летим, опять же, не одни, а опять же командой. Вот. Поэтому это круто. Это круто, когда ты начинаешь не просто зарабатывать компанию Reflame, а когда ты уже получаешь еще и плюс к этому поездки, подарок за свою работу. Это вот приветственная вечеринка, такой испанская, да, и вот посмотрите, сколько успешных людей, это все лидеры компании Reflame. Лидеры компании Reflame, которые просто отдыхают, обучаются на этих конференциях, на экскурсии ездим, да, там отдыхаем. Но это просто крутой отдых, когда ты можешь отдохнуть и пообщаться с лидерами со всего мира, просто послушать, поучиться у них, методы взять, какие-то новые новинки, интересные какие-то фишки, да, это круто, это очень круто. Ну и это уже путешествие этого года, это... Объединенные Арабские Эмираты, это Абу-Даби, это бриллиантовая конференция январь 2016 года. И вот такой вот гала-ужин, который проходил в одном из самых дорогих отелей мира. Это президентский отель был, Emirate Palace. И в этом отеле вот даже вот такие вот стоят банкоматы, которые выдают золотые слитки. Не деньги, а золотые слитки, да. Это и кофе, ну, я такого нигде не видел, чтобы кофе... декорировалась 24-каратным золотом, и плюс к этому еще и пирожные, вот клубника украшалась такими вот, видите, это все из золота, натуральное золото, которое, оно съедобное. Вот мы пили капучино, вот золотое, вот, представляете, вот, ну, все съедобное золото, то есть они посыпают, сыплят его, не жалея. И вот представляете, вот это вот все, это вот... В жизни есть, это все для людей создано, это все доступно, это все можно попробовать, это все можно выпить и скушать. Вот. Поэтому вот такое вот делает компания Reflame. Ну и, конечно же, это традиция уже, то, что был ужин с руководством компании, это постоянная традиция, топ-15 подводит итоги года и общаются именно, общаются в такой манере общения, вот в нормальной, то есть партнер-партнер, да, то есть спрашивают у лидеров, как мы видим, что мы вообще предлагаем, что мы хотим улучшить, что мы хотим усовершенствовать именно вот на следующий год в бизнесе, в Беларуси, что бы мы хотели видеть, какие акции, какие, может быть, запуски новые, какие-то программы для новичков, для лидеров, для менеджеров. И на таких ужинах присутствует менеджмент компании, присутствуют генеральные директора России, стран Балтии и СНГ. И это люди, которые ведут на уровне с вами, то есть на одном уровне беседу, да, ужин, беседу, то есть и обсуждаем, то есть это все записывается, это не просто поболтали там, да, покушали, нет, это все обсуждается, все записывается, и потом просто-напросто нам приходит рассылка на e-mail, полностью отчет о тех вопросах, которые мы обсуждали, идет полностью отчет, да, что принято, что в стадии разработки, что на данный момент не может быть сделано, да. Вот это вот я считаю, что это нормальное ведение бизнеса, потому что когда именно руководство компании общается на равных с партнерами, то есть с нами как с лидерами и ведет нормальный диалог. Вот. Ну, как я уже говорил, юбилейная конференция пройдет на лайнере, поэтому у каждого из вас еще есть шанс попасть туда, но нужно попахать, реально нужно попахать для того, чтобы отметить юбилей компании на шикарных двух лайнерах. Ребят, самое главное захотеть, самое главное. Ну и, конечно же, это мероприятие, на которое осталось очень мало билетов, это мегафорум, это территория успеха, который пройдет в конгресс-холле Falcon Club.
Это самый модный клуб, самый клуб по самым последним трендам, технологиям, IT, там, световым. Это крутейший конгресс-холл, в котором будет мегафорум, и VIP-гости, которые будут на этом мегафоруме, это топ номер один мира Арифлейм Владимир Полежаев. Это мегамозг, это человек-легенда Арифлейм. Это Ольга Николаевна Григорян, ведущий научный специалист Национального института Академии Министерства здравоохранения и медицины, Российской Академии медицинских наук, ведущий научный специалист. Это Алексей Людко, это человек, который пришел в Арифлейм Беларусь, был ISM, то есть помощником, да, по развитию лидерства был консультантом. Ну а сейчас он уже пошел по карьерной лестнице, он работал на Украине, в Киеве. Я пошел по повышению, сейчас он уже его забрали в Москву, и вот Алексей приедет и будет именно делиться с нами новыми разработками по этим технологиям. Это Светлана Назарова и Алена Терещенко, это официальный визажист компании Oriflame. Вот, поэтому много-много еще будет интересного на мегафоруме, будут награждаться, чествоваться менеджеры с уровня 9% на сцене этого конгресс-холла, вот вы видите, да, вот с высоты. Это шикарное место, поэтому, ребят, просто еще кто не решил для себя, просто примите это решение, потому что мероприятия на таких мероприятиях нужно будет. Обязательно нужно будет. Обязательно. Нельзя пропускать такого уровня мероприятия. Ну и, конечно же, пару слайдов таких мотивационных, да, вот то, что тут написано, не променяйте океан на лужи. Многие люди сравнивают себя соседы. Да, потому что смотрим на соседа, а, ну у него там это там, у него там хуже там, а, там, да, у него хуже. Мы же не сравниваем с тем, у кого лучше. Мы стараемся всегда сравнить себя с тем, у кого хуже. И поэтому, ну, мне кажется, что не так нужно делать. Нужно сравнивать и смотреть на тех людей, которых все в жизни получается, и стремиться к этому. Идти и делать все для того, чтобы у меня было еще лучше. Понимаете? Поэтому по жизни будет встречаться очень много людей, которые вас будут отговаривать, которые вам будут говорить, что это не для тебя, это не твое, там тебя обманут. Но вопрос задайте просто тем людям, которые вам будут говорить, а что бы ты мне порекомендовал, что у тебя хорошего в жизни? Как ты можешь повлиять на мою жизнь? То есть ты мне дашь возможность заработать деньги? Ты мне дашь купить новую квартиру? Ты мне дашь деньги на то, чтобы купить своему ребенку какую-то одежду, свой подарок какой-то, понимаете? Просто найдите в своем окружении человека, который зарабатывает хорошие деньги, приклейтесь к нему и смотрите, что он делает, как он разговаривает, какие он обучения, что он читает, что он смотрит. Только в том случае вы будете менять свое мышление, будете расти личностно. Понимаете? И вот для тех, кто не верит, что Арифлейм развивается, для тех, кто говорит, что в Арифлейм уже нечего делать, для тех людей, которые говорят, что Арифлейм уже старая компания, вот за 18 месяцев более 6 тысяч новых званий, а бонусов более 10 миллионов долларов было выплачено, и выплат более 500 миллионов долларов было выплачено в виде выплат зарплат лидерам с уровня директора выше. Понимаете? Деньги есть в компании. Деньги есть. Все зависит от вас, какую сумму вы возьмете в компании. В Арифлейм уже все иногда говорят многие. Да, я хочу сказать, что сейчас в Белоруссии пустой рынок для роста вообще. Для того, чтобы расти, здесь самое классное время. Самое классное время сейчас в Беларуси для того, чтобы расти. Потому что очень мало сейчас консультантов Арифлейм. Очень мало консультантов. И вот в этом слайде говорится, да, то, что многие говорят, что это невозможно, но те, кто говорят, не должны отвлекать тех, кто это делает. Поэтому, ребят, я вам желаю, чтобы у вас все получилось в этом бизнесе, чтобы вы развивались, выросли, никого не слушали, а слушали только тех людей, которые в этом бизнесе преуспевают, только тех людей, которые в этом бизнесе уже получили результат. И читали правильные книги, читали правильные мысли, делали правильные выводы.
И просто вот люди, которые очень знаменитые, что они говорят о сетевом маркетинге, да, что они говорят именно о бизнесе, онлайн-бизнесе, бизнесе 21 века, да, и Дональд Трамп, и Уоррен Баффет, и Билл Гейтс, и Пауэлл Дзен Пилзер, и Роберт Киосаки, то есть это те люди, это все богатейшие люди, это миллионеры, миллиардеры,